Восток Украины знавал трудные времена и до этих бомбежек. Сегодня война, забытая Европой, продолжается с неприятной настойчивостью. И даже нарастающие звуки боев стали здесь ненормальной обыденностью, в которой жители остаются стойкими. Каждый день концерты. Ночами практически мы не спим. Потому что вчера всю ночь, позавчера. Но даже для Авдеевки, промышленного города, который видел уже много боев, нынешняя битва – новый неопределенный этап. Вы видите людей вокруг, они ходят по своим ежедневным делам, а звуки перестрелки, минометного огня, артиллерии недалеко отсюда. Они раздаются из промышленной зоны на окраине этого небольшого города. Уже 2 года здесь продолжается безвыходное противостояние. За все это время я не видел столько украинских военных, как сейчас. Например, у этого дома, выходящего окнами прямо на линию фронта. Дома, в котором Анна до сих пор живет с детьми своих соседей. Здесь минус 8 градусов внутри. Жизнь сейчас здесь реально очень страшна. Люди уже реально устали от этого всего. Пока больницы готовятся принять новых раненых в этой битве против врагов, поддерживаемых Россией, здесь знают, что президенты Путин и Трамп говорят о примирении. И никто не знает, что это значит для нестабильного востока Украины.